Девиз праздника – не город, а песня. В эти дни курорт запоет разными голосами. На главной праздничной сцене выступит хор Краснодарского края, участник проекта «Битва хоров». 1500 участников большого коллектива исполнят разные композиции. Поющим город станет в преддверии всемирных хоровых игр, которые Сочи примет в 2016 году. Десятки тысяч исполнителей со всего мира приедут на курорт побороться за первое место. Однако в день города Сочи станет не только поющим, но и танцующим. В каждом районе пройдут мероприятия, которые рассчитаны на людей разного возраста. Районы тоже очень активно готовятся к празднику. Каждый район готовит свои подарки. Это будет скейт-парк на Цветном бульваре. Мы будем открывать с утра. Мы будем открывать несколько детских площадок. Хостинский район готовит открытие парка сквера влюбленных. Это тоже будет, надеемся, очень любимым местом наших горожан. Я все-таки хотел бы, чтобы больше внимания уделили конкретному горожанину. Мы не должны забыть о нашей бюджетной сфере, о наших учителях, врачах. Мы выделим квартиры служебные, и мы должны точно так же там, в день города эти подарки сделать. Эти квартиры будут на улице Санаторной. Глава города поручил особо отметить на празднике ветеранов Великой Отечественной войны, юбиляров семейной жизни, молодоженов, многодетные семьи, почетных и заслуженных граждан, которые внесли большой вклад в развитие Сочи.